Новые лавочки, кустарники, аккуратные тротуары, отремонтированные внутриквартальные проезды. Именно так теперь выглядит один из дворов Красноглинского района. Татьяна Фурсова рассказывает, двор возле ее дома давно нуждался в уходе. Местные жители уже давно начали задумываться о том, как осуществить ремонт дворового пространства. Было принято решение о подаче заявки для участия в программе формирования комфортной городской среды. Нацпроекта «Жилье и городская среда». Ну, у нас вообще много всего изменилось. У нас стали красивые дорожки, насаждения, у нас детская современная площадка на новом, по хорошем покрытии. А 30 лет с момента сдачи дома у нас здесь не было, ну, фактически ничего. Старые мафы, старые качели, да, здесь были просто тропинки, не было асфальта, поэтому у нас очень кардинально все изменилось. К благоустройству двора на Красноглинском шоссе 1/23 удалось подойти комплексно. По нацпроекту проведены работы по асфальтированию подъездных путей, парковочных карманов и тротуарных дорожек. А в рамках конкурса общественных инициатив «Твой конструктор двора» установлена детская площадка с безопасным прорезиненным покрытием. Также установлены скамейки, урны и ограждения. Жители не останавливаются на достигнутом и в будущем планируют подать заявку для возможности обустройства еще двух площадок – спортивной и для детей старшего возраста. В 2022 году в рамках программы «Комфортная городская среда» было выполнено благоустройство 6 дворовых территорий. В поселке Мегзавод 3 территории, это второй квартал, дома 44, 45, 46, пятый квартал, дом 5 и квартал 16, дом 4. Также поселок Управленческий, Парижская коммуна 30 и вот сейчас здесь на Красноглинском шоссе 1/23. На всех территориях были проведены работы по ремонту дворовых проездов. На общем собрании жителей можно принять решение и дополнительно организовать детскую или спортивную площадку, новую автомобильную парковку. Александра Гусева, Сергей Баскин. События.